Посмотрите, как у нас проходит утро. Ой, тетя, он такой хоть игривый с утра. Он такой игривый с утра. И хочет кусаться. Вот так вот цепляется. Посмотрите. На, укуси. 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 И присел ко мне, я в пижаме, и он присел и глядя, хочет, и глядя, хочет. Вот так вот, мое доброе утро всем. Мы сейчас Света переоденемся и пойдем гулять, и пойдем гулять. И пойдем гулять, и пойдем гулять. Гулять, пойдем, гулять, пойдем, пойдем, пойдем гулять. Гулять. Корм, почему не кушаешь? Тебе мама там оставила, Наталья сказала, не кушать ничего не давайте, чтобы не отравился Лаки. Надо ему давать только корм, а ты корм не кушаешь. Ты на диете вместе со мной? У меня диете. Сегодня мама заберет тебя. Ты такой худой такой. Ты такой худой у меня. Сегодня воскресенье. Карантинный день. Ограниченный выход. Можно возле дома, конечно. Вот никого нету. Лаки сразу сделал все свои дела. Умничка. Сегодня он ночью, вечером полежал на креслах, там поспал. Со мной он ни за что не лег. Я ему постелила одеяло возле двери, и он там спал всю ночь. Несколько раз я вставала, смотрела, он спит, ни за что не захотел уйти. Вот, лишний раз убеждаюсь, самый преданный друг – это собака. Он тебя не предаст, не променяет ни за какие деньги, потому что родственник родственника за деньги продаст. Друзья друзей. Ой, Боже, мир куда катится? А вот самый преданный друг – это собака, который смотрит тебе в глаза и ждет тебя. Наталья, тебя ждет твой мальчик. Преданный мальчик. Но вчера у него что-то была агрессия кошкой, он оскалился на него. Лаки, 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 мы пойдем гулять? Пойдем. Давай пойдем погуляем. Пойдем. Ну что такое? Ну кого ты там увидел? Трусишка. Ты собачку там увидел за километр? А, Лакушенька. Воскресенье, спит Мерсин. Где-то снег тает, видно, дождей нету. Вода прибавилась. В горах, наверное, тает. А вот он возле нас тоже красивое сито есть. Вот наш старый такой комплекс. А здесь я вижу рядом современный. Кстати, у нас много мест здесь, можно еще понастроить вон возле аквапарка прямо. Не, район хороший, место хорошее, очень красиво. А Эндер говорит, когда купили здесь дом, здесь вокруг были оливковые сады и мандариновые. А так все изменилось. Пока не закрыто, никого нет. Я покажу, как выглядит этот рыбный базар. 10 лир из Гара, сервис 15, но это салаты, хлеб 10 лир и по отдельности 5 лир рог, салат с рогом и мевсин салат. Кола 5 лир, фанта 5, шалган 3, сода 3, вода 1,5. Вот такие цены здесь. 10 лир за то, чтобы пожарить 1 килограмм. Здесь тоже в основном старые постройки и новые есть, вот единичные. Так тихо, как будто я владелица вселенной, хозяйка вселенной. Очень красиво. Аж не верится, что здесь так все. Лаки ждет команды, Лаки ждет команды. А, Гюзель, первое испытание ошки вопрошу. Молодец, скажи, аферин, аферин. Я не могу. Аферин. Я, она перебью.
Сырмал. Посмотрите, какую красивую я сделала хачапури. Ашкему. Сейчас будет Ашкем кушать. Маслинки, все, лаки. Я такая довольная. Лакушка поел сегодня. Лакушка поел у нас сегодня, мальчик наш. У меня аж душа успокоилась. Наталья может уже не приезжать. Наталья потом будет смотреть наши видеоблоки. Уже может не приезжать. У нас все хорошо. Куда я подстроилась? На эту мордочку. Да. Попрошайка. Сейчас Ашкем покушает и гулять пойдет с тобой. Гулять пойдешь? С Ашкемом пойдешь гулять? Пойдешь с Эндером гулять? А-а-а! Лаки. Лаки, иди. Вот кто-то мне сказал, что это жасмин. Это не жасмин, это лимоны цветут. Не лимоны, а как их называют, цитроны. Сейчас прочитала комментарии. Жасмин, это не жасмин. Пошли, пошли, пошли. Корпуёро. Всего боится. Холодно, Ашкем, холодно. Сугук. Ты сейчас будешь его гладить, а он опасный у нас. Как-то хликали его, чудюк. Аферин, Ашкем. Ашкем бильёрнер, где надо гулять, Ашкем знает. Но он все-таки боится к нему прикасаться. Иду я, иду. Листики срывают люди. Лакузя, мой мальчик. А ну давай играть. Играть давай. Играть давай. Адуй давай. Ой, давай. Ходи, 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 ходи. Ходи на час. Ходи на час. Ходи, ходи, ходи. Давай поиграем. Сейчас идем мы, полиция рядом, он спрашивает, почему, говорит, гуляете. Дети во дворе играют, играли в футбол. Действительно, очень много людей, вон там полиция. Там порядок есть в Турции. Акция собака. Эркек, эркек. Ама куркуёрха, эркек. Ой, какой красивый, какой большой. А, куркуёр. Куркуч. Как боится, вы видите, собак других. Курктум вашки. Трусишка ты наш. Пустынные улицы. Дети хотят с ним играться, а он детей не любит. Tanış
Сейчас... Сейчас такая ситуация произошла. Мы с Ашкыбом штаны наделали. И все... собаки там собираются друг с другом, играют, все. И одна маленькая собачка побежала прямо к нашему Лаки. Лаки от нее за нас прячется. Этот хочет с ним играть. Рычать начал. Пришлось быстро его схватить на руки. А там еще и взрослые такие большие собаки. Хорошо, что не заметили Лаки. Вот такой вот трус. Почему вот так вот он? Потому что не привык с собаками общаться, поэтому только с людьми. Вот. И мы перепугались до смерти. Я лежала, и он подлез ко мне и лег и так расположился. Посмотрите, мой зять. Ашкым смотрит, ревнует. Любит, когда я его глажу. Так расслабился. Да, мой мальчик, чай будет пить, Света. Вот так вот мы с ним подружились, друзья мои. Все равно поглядывает на дверь. Нету никого, нету. Но он уже все, привык ко мне и уже более-менее привыкает к хорошим людям. К плохим людям собаки не привыкнут. Тем более Лаки никому вообще не подходит. И никого так не любит, как меня. Посмотрите, вы видите? Вы видите? Да, мой сладкий, вот так вот. Судите, какая я. Наталья тоже сегодня не приехала, мама. Мы завтра, наверное, приедем. Ну, и связи даже нет с ней. Но она пусть не переживает, Наталья. Ты можешь оставлять этот подарок нам. Мы очень счастливы с Эндером. Кайфует, его лишь бы чесать. Да, выключаю, а то только много видео про тебя, да. Очередной отчет. Ашкым пошел с ним погулял 10:30. Он пришел, покушал и вот лежит. И главное, знаете, что ложится прямо на меня. Я лежу, прям лезет в меня целовать, ласкаться. И вот лежит, так расслабился. Такой он вообще классный. Все, Наталья, мы тебе его не отдаем. Он к нам очень привык. Я бы его еще искупала, но не знаю, как он отреагирует. То было бы классно. Когда приходит, я ему лапки вытираю, всю тряпкой вытираю шерсть его. И он еще идет на коврик и там вытирает их. Такой умный песик вообще. Спокойной ночи, Лакуша.